На Украине говорят о новой волне люстрации. Врагов теперь будут искать среди своих. СБУ поручено проверить госслужащих, нет ли у кого родственников в России. И в первую очередь департамент контрразведки займется личными делами силовиков. Об этом президент Порошенко заявил на своей пресс-конференции. В первую очередь имеется в виду, очевидно, связи в Крыму. При этом ничего не сказал о том, с какого именно времени вести отсчет, учитывая, насколько тесно переплетены судьбы русского и украинского народов. Ну а тех, кто подобную проверку не пройдет, пригрозил сразу увольнять.